Всем привет, мои внезапные зрители. Это соавтор вещает из своей берлоги. Собрал я вас сегодня, чтобы поговорить о такой вещи, как отвары. Незатейливая тема, казалось бы, но тем не менее, я два раза игру прошел, а несколько отваров, точнее ингредиентов для них, в моем рюкзаке так и не оказалось. Отвары из уникальных существ. Сегодня рассмотрим это дело на примере отвара из Доплера. Что мы знаем о Доплерах? Что Доплером являлся один из товарищей Геральта, еще по былым историям Дуду Бибервельд, что Доплеры добрые существа, как Геральт не раз упоминал, что это типа хамелеонов, существа, которые могут принимать любой облик, превращаться во что угодно, ну, из живых существ имеется в виду. И интересен сам факт получения этого отвара. Следовательно, где-то должен быть Доплер, которого по сюжету еще и можно убить. Ну а как еще из него отвар-то сваришь? И решил я заняться этим делом поподробнее, потому что кроме знакомого Геральта больше никаких Доплеров мне не встречалось. И набрел на пару зацепок для этого дела. Для этого отправимся мы в свободный город Новиград, на центральную площадь. Сам отвар вроде ничем особо не примечателен. Там повышается урон от атаки, нанесенной в спину, что-то такое. Но квест, я думаю, в любом случае с ним должен быть связан квест. Нашел я зацепки на эту тему и решил просто опробировать на интерес. Не сказать, чтобы мне был очень важен этот отвар у себя в рюкзаке, потому что, ну, кого мы там будем атаковать спину? И по-любому доплеры положительные существа. Думаю, с ними можно будет найти общий язык. Сейчас мы это дело и проверим. А дождь? Чья вина? В Новиграде, на центральной площади. Надо идти к этой доске объявлений, было сказано, и искать здесь объявление о краже. Вот, наглое бестие домовым зовется по приказу милостливого нами правящего короля Родовида. Найдите домового. Днем зайти на рынок. Помедитируем до светлого времени суток. Ведьмак! Фу, от них одни несчастья! И что же случилось с этим целителем? Почему у вас такие странные глаза? Отправляемся на рынок перетереть заказчиком, по всей видимости. Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с домовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот досюда мне доходил. И на двух ногах бегал. Интересно. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите Доплер ему шкуру серебряным мечом. Обращается огромным котом. Мы поторгуемся для начала. К награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Выламываем на середину. Многовато. Но вижу, мы близки к компромиссу. Чего ж ты за торговец такой? Умеете вы торговаться, мастер-ведьмак.
Ладно, по рукам. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Так, высадить домового, используя ведьмачье чутье. Действительно. Кот переросток. Нехилые такие следы. Перепрыгнул, говоришь? Люди, пожалейте. Страдаю от бедности. Это скандал! Вы держите нас полдня! Похоже, домовой потерял часть добычи. Ты мне тут повыступай! Сам в кутузке будешь гнить! Я же честный, человек, как и мои деды и братья. Он что, когти тащит? Бро, след обрывается. Да здравствуют охотники за колдуньями! А если я тут спрыгну, то убьюсь. Ой! Надо в обход. Дверь нараспашку. Интересно. Письмо? Следы нас вот привели в хату. Ученый у нас домовой. Записочка. Прошу тебя, кончай с этими глупостями. Может быть, я тебя удивлю, но огромный кот остается у людей в памяти. Почему ты не примешь какую-нибудь более безопасную форму, как я? Угу. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след. Ну, значит, мы на правильном пути, как минимум. Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Да ты чё, Ротару перепеваешь? Чтобы выследить. Горная лаванда. Так, нашли мы запах на вещах. Я обниму, грязнуля. Днём тяжело идти по запаху. Яркого света. След теряется зачастую. Был еще х... Эльф и стражник вечного огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. Чего ты эмоцию не выдаешь, мужик? Ты скверный актер, сразу видно, у тебя другая специальность. Может, мелкие кражи? Ты оскорбляешь офицера при исполнении, мутант? Чья бы корова мычала? Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали! Вечно одно и то же. Принял свою истинную форму, я так понимаю. Эй, стой! Да, побежал. От нас не сбежишь. Чего ты пялился на мою хельку? Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Ого. Вот этот поворот. Что-то я постарел. Ты сражаешься, как я? Да это может плохо закончиться. Он еще и знаки использовали. Вы видели? Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Угу. Значит, есть выбор. Убить его или отпустить. Но отвар этот, по сути, нам не нужен, если только для коллекции. А сам мужичок особо ни в чем не виноват. Воровал с прилавков. Но не убивать же за это. Поможем. Правда, не убиваю. Но не все такие совестливые, так что лучше отправляйся красть куда-нибудь еще. И лучше подальше от Новиграда. Тут золотой век для доплеров уже закончился. Я знаю. Но я думал, что меня-то никогда не поймают, что я умнее. Что же,
Я мог получить урок похуже. Пора отсюда убираться и как можно дальше. Но сначала возьми вот это. В знак благодарности. Но если вам уж очень позарез нужен этот отвар, и совесть вас однозначно не будет терзать, вы в этом уверены, тогда выбираем. Для тебя я сделаю исключение. Ты не до конца разобрался. Я не убиваю чудовищ, которые безопасны. А ты на меня напал без причины. Так что к тебе это не относится. Последует небольшой диалог. И конец доплеру. Они хуже разбойников. Что у него с собой? Жареное мясо. Ваш долгожданный мутаген. Сапоги горного народа. Обыкновенный меч и трофей доплера. И что он мне подарил? £215 и чертеж меча, как я понимаю. Угу. Так, теперь нам надо вернуться к заказчику. Крутой выискался. И что-нибудь ему наврать. Вы держите нас, по логике вещей. И он явно не поверит, что ведьмаки бывают такими добродушными. Стражников берегись, они хуже разбойников. Ты это видишь? А что не прыгает? Как же это тебя стража в город допустила? Мое почтение, мастер. Дело сделано. Я убедил домового вернуться в деревню. Заплетать гривы лошадям. А откуда мне знать, что вы правду говорите? Нет трофея, нет и награды. Лучше, чтобы все-таки было, а то как подействует на тебя невидимая рука рынка, так... Я дам половину того, на что договаривались. Не больше. И никаких дел с тобой иметь не буду. Какой привередливый попался торговец. И все на этом. Да, на этом задание заканчивается. Я так понимаю, отвар из доплера мы уже не сварим. Но хотя бы совесть чиста. Хорошо, коротко, но ясно. В следующий раз вернемся. У меня еще есть парочка отваров на примете. Соберу по ним информацию и в путь. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, ребята.